Здравствуйте, друзья. Кузнецов Дмитрий. Давно не выходил на связь, но вот решил все-таки такое обращение к вам выпустить. Знаете, девиз моего обращения, такое вот пафосное заявление: юридическая защита будущего уже сегодня. Почему, спросите вы? Почему именно так? Дело в том, что очень часто я сталкиваюсь с ситуацией, когда люди озадачены вот форматом предстоящего сотрудничества с нами. То есть вроде как все понятно, но хочется увидеть, пощупать, приехать в офис и так далее и тому подобное. Да? Часто это касается тех, кто живет здесь, в Санкт-Петербурге, а я в ответ отвечаю: у нас нет клиентского офиса. Я никогда этого не скрывал и не буду скрывать. Да, формат вот такой. Дело в том, что я вам сейчас расскажу по пути, по делам, по своим, чтобы не терять времени даром. Я вам расскажу, почему именно так, почему я пришел к такому формату взаимодействия со своими клиентами, то есть почему мой бизнес выстроился именно таким образом. Ну, во-первых, и самое главное, я амбициозный человек, я никогда не скрывал этого. Всем рекомендую так относиться к своему карману, к своим деньгам, к своей жизни, к своим потребностям, опять же. Говорит лишь только о том, что каждый из вас ограничен в своих средствах своими же мыслями. Я понимаю, что если взять и просто открыть офис, ну, что было в самом начале, когда я только начинал, вот почти 5 лет назад, то можно определенное количество, поток клиентов таким вот простым, банальным, ничего плохого в этом способе не вижу я, обрабатывать. Ну, как сейчас помню, ну, максимум 30-40 человек в месяц у меня было клиентов. И, конечно же, у меня очень много сил и энергии уходило на то, чтобы, ну, как минимум провести консультации, да, потому что это с каждым нужно проводить консультацию. Мы живем в эпоху интернета, интернет-бизнес, инфобизнес так называемый. Он набирает свои обороты. Если, допустим, в Соединенных Штатах Америки это уже достаточно потрепанная, как говорится, ниша, ископанная поляна, то у нас в стране это только-только в самом зачатке, в самом начале. И, конечно же, я сделал свой выбор. Да, вначале было тяжело, да и сейчас не всегда легко бывает. Но вот именно в таком формате я и называю это юридическая защита будущего уже сегодня. То есть качество оказываемой услуги от того, что эта услуга оказывается дистанционно, ни в коем случае не меняется. Дело в том, что если вы приходите непосредственно к юристу в офис, заключаете с ним договор, как говорится, вживую, вы в принципе получаете то же самое, только в формате ощутимом, да, то есть здесь надо быть готовым к тому, что нужно с вашей стороны становиться прогрессивным человеком и принимать это как есть. Поверьте, в интернете достаточно отзывов о нас, в общем-то, да и как я всегда говорю, то, что мы предлагаем, сложнее не сделать, нежели сделать. То есть здесь стандартная, уже проверенная не только нами схема, алгоритм, который мы на нашем сайте предлагаем. На сайте, если кто не понимает, о чем речь, выложена презентация работы кредитных юристов компании «Лям». Ссылочка на сайт в описании этого ролика есть, посмотрите. Вот. И понятное дело, что, естественно, в интернете очень много сейчас, как говорят сейчас, кидалова, обмана и всего подобного. Но я здесь вынужден развести руками. Никогда не рвал на себе тельняшку, никогда не говорил, что мы не такие, а вот те плохие, в отличие от некоторых, скажем так, коллег по цеху, да. Ну, вы, кто давно с нами, знает о ком речь. Я специально заметил эту фамилию, его никогда не называл и называть не буду, этого несчастного, который не знает, как к себе привлечь клиентов. Вот, и пиарится за счет того, что унижает не только нашу компанию, а многие другие компании, обливает помоями,
проверенную информацию выкладывает и так далее. Ну, давайте не будем на него время тратить. Давайте так, знаете, через год посмотрим, где мы будем и где он будет, этот тип. Там, скорее всего, у него здоровья, духу не хватит протянуть. Потому что конкуренция, скажем так, растет. Но мы занимаем лидирующие позиции на рынке. Мы достаточно известный бренд. И, в общем-то, портить себе репутацию мы не намерены. Хотите это воспринимать как определенные гарантии, пожалуйста. Хотите воспринимать это как рекламный трюк, это ради бога. Знаете, я еще очень... Меня потешает комментарии на YouTube у нас на канале. Вот все эти ваши ролики, чистой воды реклама и все. Да, это реклама. Да, друзья мои, те, кто не понимает, как делать бизнес, так рекламируют предприниматели свой бизнес. Именно так, ну как бы можно и по-другому, но мне, допустим, устраивает, да, мой канал на YouTube, это реклама моего бизнеса. То есть я заинтересован, чтобы с каждого ролика нового выложенного ко мне приходили клиенты. Да, я этого не скрывал. Я заинтересован зарабатывать. Я хорошо зарабатываю. Ну, я предприниматель, я бизнесмен, и я веду юридический бизнес. А это для тех, ну, я понимаю, кого-то сейчас начнет подрывать там на части, рвать, типа, я очень часто слышал, на чужом горе. Не, ну не хотите платить деньги, оставайтесь один на один со своим горем. Ну, суицидников много, он мне пишет, недавно тут один написал. Я очень сильно всегда сдерживаюсь, ну себя сдерживаю, чтобы вот пишут у меня на канале комментарии. Типа, ваш канал там, типа, конечно, помогает, но я на грани суицида, там то-то, и вот от суицида вы меня не спасете, знаете. Гигантских усилий мне стоит, чтобы не писать человеку вот такому, такой тряпке, что-нибудь такое гадкое, типа того, что ну и туда тебе дорога и похоронят тебя на краю кладбища, да, типа, вот и все. Я вынужден отписываться как-то так более или менее корректно. Это к тому, что вот я сейчас вам рассказываю, да, это вот детали интернет-бизнеса, инфобизнеса. То есть я со своей командой учу многих людей, в принципе, перестать беспокоиться. И это, кстати говоря, совершенно в бесплатном формате. Да, я заинтересован это делать, потому что, в принципе, какой-то процент к нам идет под юридическую защиту. Посмотрев, поняв, что одного только, ну, человеческого спокойствия мало, но очень, кстати говоря, ну, скажем так, его не хватало в свое время людям, люди начинают включать голову, включать мозги, анализировать и понимать, начинают, что нужно еще и в документальном формате все привести в порядок, в формате того самого правового поля себя обезопасить, чтобы жить спокойно. Вот перед вами сидит человек, у которого тоже много долгов. Да, кто, я регулярно об этом рассказываю, ну и вот сейчас тоже расскажу. Я не всегда занимался кредитами, я был юристом в формате таможенного права. То есть у нас, когда я жил во Владивостоке, мы занимались поставкой спецтехники Корея, Япония, Китай. И вот здесь вот такое узкое направление было. И я понятия не имел, как устроена банковская система. Мне было, ну, это безразлично, точно так же, как, если брать мою любимую тему, аналогия с медициной, да, то есть как, предположим, какой-нибудь онколог, да, человек, который занимается онкологическими заболеваниями, максимально, крайне поверхностно будет разбираться там в специализации уха, горла, носа, да, ну, может только там общие какие-то моменты будет понимать. Так вот, так же и я понимал, что есть законы, которые работают, их нужно правильно эксплуатировать. Ну так вот, случилось то, что случилось. В свое время таможенный бизнес искусственно был задушен, сначала маленькие фирмы, потом средние, ну и мы как бы остались не у дел, потому что спецтехнику наши партнеры перестали ввозить в связи там с определенными там заградительными пошлинами и все такое. Ладно, ну а
кредиты я брал, мы разбрали на развитие бизнеса, брал также на жизнь. Я простой алчный человек, у меня есть свои амбиции какие-то, мне хочется ездить там на машине покрасивее, хочется покупать какую-то одежду. Да, на момент, когда я остался без заработка, у меня общая кредитная нагрузка была больше 3 миллионов. Вот. Более 3 миллионов рублей. И, естественно, с этим что-то нужно было делать. Плюс ко всему прочему, я к тому времени переехал в Санкт-Петербург и уже тогда взял квартиру в ипотеку. То есть помимо общей нагрузки в 3 с лишним миллиона по потребительским кредитам, у меня еще была и ипотека 4 миллиона 600 тысяч, вот, за которую я должен был каждый месяц отдавать 60 с лишним тысяч рублей. Ну, что вы думаете? Нет, ну, конечно, можно было бы и удавиться, да. Мыслей таких, слава богу, не было, но ситуация, поверьте, нехилая такая, нешуточная. Да, я продал все свои автомобили, уезжая из Владивостока, там продал, что было, и жили какое-то время там на что-то. Вот. Потом я просто сел и стал работать в такси. Да, а почему нет? Я знаю ребят, которые пошли в доставку работать. Ну а что делать? Ну, лучше, что ли, застрелиться, удавиться? Да есть всегда выход из положения. Но это я сейчас рассказал не для того, чтобы там какую-то жалость себе, либо расположение ваше заслужить. Не, ни в коем случае. Дело в том, что я всегда был уверен, что все, что не делается с человеком, все делается для него же. Жизнь не наказывает, жизнь с любовью учит. Просто нужно не искать виноватых, нужно сделать выводы. И, естественно, существовать, жить. Не выживать, а жить. Данной конкретной сложившейся ситуации. Все вот эти вот моменты, которые я сейчас предлагаю своим клиентам, я протащил, собственно, на себе. Это русский стандарт, банк открытия, Сбербанк. И вот перед вами человек, который совершенно спокойно живет, имея вот такой багаж кредитов. А мне они жить не мешают, и совершенно спокойно. Единственное, знаете, минус, у меня нет активных счетов. У меня ни в одном банке нет, не открыто ни одного счета. Ну, Яндекс, деньги, Киви, кошелек и все. Больше у меня ничего нет. Это минус. Но этот минус, ну, как бы, по словам судебных приставов, с которыми я в плотном, скажем так, контакте, где-то года через 3 можно будет спокойно, ну, уже через 2 можно будет спокойно, в общем-то, заводить расчетные счета и пользоваться ими. Вот. А так, жизнь обычная, жизнь хорошая, и это я говорю к тому, что не нужно отчаиваться, какая бы ситуация, на первый взгляд, сложная не сложилась, она вся в науку. Я вот говорю, если бы не эта ситуация вот с моими кредитами, да, казалось бы, катастрофическая, я бы не смог развить вот свой бизнес-компанию «Алям». Ну, потому что не было у меня ни желания, ни стимула, и направления этого вектора не было обозначен. А коль вот так вот сложилось все по-плохому, вроде как по-плохому, термин плохой, а сейчас я благодарен той ситуации. Вот мы вывели жизнь в такой формат, и теперь я могу оказывать услуги, причем это проверенные услуги, я знаю, как это работает. Вот, это и есть тот и интернет-бизнес, который вам предложен нашей компании, мы это делаем. И не нужно бояться того, что мы где-то далеко находимся. Сотни клиентов воспользовались нашими услугами и не жалеют. Смотрите, не знаю, просто наберите в интернете отзывы о компании «Алям». Мы сейчас там в топе, по-моему. Если вы просто наберете «Кузнецов Дмитрий» либо «Алям», там, по-моему, Яндекс, на первой странице точно он нас выдает. А вот, достаточно уже раскачанный бренд, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь. Ссылочка на наш сайт, где описано все, что мы для вас можем сделать, в описании этого ролика. На сайте выложена видеоинструкция, как устроена работа кредитных юристов компании «Алям». Ну и будьте прогрессивными, современными. Действительно, это юридический бизнес будущего, юридический формат, предложенный вот в таком виде. Это, ну, на самом деле современно. И будьте в тренде, что называется. Мы сделаем так, чтобы вам не пришлось ни по каким офисам бегать и, не знаю, там какие-то ненужные движения. Мы все для вас сделаем сами, самостоятельно, уже проверено, давным-давно все на рельсы поставлено. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, кстати говоря, ссылочка тоже есть в описании ролика. Мы все наши ролики, вот эти веселые, дублируем
в группе ВКонтакте. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алиам». Поделитесь в соцсетях этим роликом, чтобы как можно больше количество людей, я не скрываю, мы заинтересованы в клиентской базе, посмотрела и поняли в конце концов, что все не так страшно, как на самом деле банкиры нам преподносят. До свидания, всего вам хорошего, счастья, благополучия, ну и, конечно же, финансового здоровья. До свидания.